Так. Ну, що сказати про Альтятрас? Це та сама Кебейт, так само. Тільки на меншій карті. На меншій карті. Та Кебешка хоча б відрізнялася тим, що тут підняв жетон і ждеш минуту там чи скільки. Ну, дополнительна механіка була для тактики, для інтересного геймплея, согласен. А в этом, в Алькатрасе сейчас то же самое, только на меньшей карте. Так, и плюс ко всему в Алькатрасе я уже заметил неоднократно, регистрация урона лучше, чем в обычном паблике. Поэтому, да. Поэтому типа, может, нету смысла вообще. Тем более там камуфляж крутой дают. Ты видел новый сезонный камуфляж, Костяныч? Какие? Ну, который будет даваться в Алькатрасе. Ты понял? С ящиком. Минуточку внимания, рекламная пауза. Господа, если вы давно искали способ, как можно сэкономить на донате в нашей любимой колдушке, то смелостью могу вам рекомендовать свой телеграм-магазин, который называется Lumumba Shop. Там вы можете приобрести премиум боевой пропуск даже на аккаунте, где недоступен магазин с цепишками. Можете приобрести пропуск снабжения, что недельный, что месячный. Ну а что касается аккаунтов, где доступен магазин с цепишками, цены вас приятно удивят, поэтому залетаем. Ссылку на мой магазин можно будет найти в описании к этому видеоролику. Ну а сейчас возвращаемся к просмотру бомбического видоса. Здрасте, приехали. Сезонный камуфляж, который ты получаешь на оружие, когда прокачиваешь звезды вот эти. Тебе сундуков там падает. А, красный? Да, да, да. А, я его бачу. Він хорошо на міфіки буде підходити, на легендарки. Да, он и на обычные пушки будет хорошо подходить. Хочется позабирать, тем более там в моем стиле, я думаю, надо по-любому. Будет попотеть там немножечко. О, я ГКС, да, кстати, не пробовал, надо будет попробовать. ГКС? Не, именно в КБшке, в КБшке. Сишки я уже играю за ГКС. Ну она хорошая. Это, вопросов нет, к ней надо привыкнуть, но на имба, лютая имба. Честно, дружочки, недооцененная не на то, что на 100%, а на 1000% недооцененная штука вообще. Нею мало кто играет, но все равно она такая вот. Тут согласен. Я когда попробовал, как это, побачив Лебедян играет, знаю, я пробовал играть, она мне так зашла хорошо. У Лебедяна сейчас, кстати, новая этот, новая любимница, это QXR, слышал? Я бачив, как он с кошкой играет. А QXR, там он но вообще там развал кабин. Маньяк. Попробуй скачать Lost Life. Калексар, но я типа хочу купить айпадик, ну уже в новом году будет, в начале нового года. На хорошем процессоре с большей памятью. Я скачаю и Lost Light, и Arena Breakout, и все это обязательно попробую. Покатаю его, все просто. На этом планшете не так много памяти, и он слабенький. Он типа может не потянуть кое-что. Ему уже надо даже в обязательную основу, обязательно надо сандаливать этот. Скажите, я вам скажу. Обязательно сандаливать кулер, потому что без него это все гиблое дело. Давай, Костяныч, по рулю, по-братски. Вот, а так я знаю, что игра достойная, я уже много по ней видосиков смотрел. А, и Арену Брекаут хочется попробовать. Ну, типа, есть много проектов, которые я хочу попробовать. Я еще хочу PUBG скачать от первого лица попробовать. Хочу New State скачать от первого лица попробовать, стримчики провести. У меня когда будет новый iPad, у меня будет каждый четвертый стрим. То есть, колда. Си, колда КБ, Булстрайк и четвертый стримчик, какая-то новая игрушка. Новая игрушка, все, я вижу. Дашь мне ее? Все, я возьму. Вот, и каждый будет четвертый стримчик, какая-то новая игра для расслабона, для, от, ну, как сказать, отхода от реальности. Я уже нашел себе лак. Да стой, туда золотой твой. Да-да-да. Вот, но если на ПК и на телефоне, это я знаю, это мы тоже в курсе. Это мы тоже. Поэтому все попробуем обязательно. И мнением поделимся. Потяня. Го. Братулечек, догоняй. Стендовчик. Поехали там. Мне кажется, там будут брать улучшения. Едем, едем в соседнее село. Ох, и у тебя, Костяныч, сегодня игривое настроение, брат. Тебе мало, походу, давали по шапке в КБшке сегодня. Ты-то ты сишку еще не заходил. С хорошими ребятами. Так, пап на ПК играть невозможно. Почему? Почему? Многие играют и прям обсыкают от этого. Особенно от этого гранатомета, как он там? Страшенфаузер или как он там? Ну, я чисто не знаю название, прям не помню. Но что-то на немецком, короче.
Та-р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 а. Есть надежда, что будет какое-то бот-лобби. Легенькое. А что-то происходит с тобой? Костян, что происходит, брат? О, да-да-да-да-да, Тимоха, Панзерфауст, да-да-да-да-да, Панзерфауст, да? Панзерфауст, да-да-да-да-да, Панзерфауст, такое что-то, типа, надо на жестком, на грубом надо говорить, Панзерфауст, это самая ненавистная пушка в PUBG, я так понимаю, компьютером, с которого всех взрывает нахер. Ну, по крайней мере, по видосам рекреента. По видосам рекреента, по крайней мере, я это видал. Так, Ладо, здоровоньки булы, я забрал фанфалта, сборку педибрав для КБ. О, серьезно? Ты красавчик, Ладосик, тебе великий привет. Ну и шо ты скажешь? Мне дуже сподобалось с пола. Вот эту великолепный фанфалт тюльпан, вот это сука, класс. Фал мне нравится. Мне нравится пушка, и я представляю, как она будет балдежная у сборочки. Я сишку хочу еще потестить. Где? Типы вот тут огонь. Может, на дропчик поедем уже, а потом? Они же туда тоже должны подтянуться. Владосик, как дела? Как настроение? Как здоровье? Опа, чекай. Как тебе? А? Не, нормально, живы. Вот это парковка. По-моему, мне уже уроки надо преподавать паркование. Колде. Пранкование, паркование. Бам-бам-бам. Ой, и уже и оружейник сразу с нами. Пешком легче, брат. Так, моя любимая миссия в колде на ПК, ни слова по-русски, название части не помню. Я вообще не играл на в ПК, не в шо. Ну, с точки зрения вселенной Call of Duty. Но типа, у меня ПК появилась только вот, когда я стримить начал. Точнее, не начал, я уже стримил, и насобирал кэш на ПК, и, ну, типа, плюс мне подарили, и поэтому да. Короче, такие дела. Так, мне тэш 5к так подряд взяв топ-1. Что, серьезно, Владосик? Ну ты красавчик, друже, ты красавчик. Дуже файно, май же БП пройшов. Ха-ха, нихера себе у тебя скорости. Я вчера страдал в сишке, я сегодня страдаю в КБшке. Ну иноди. Иноди. В основном так себе, ну типа, можно выживать. Но, сука, иногда это просто трендец. Иноди это просто трендец. Типа такие типы попадаются, что просто. Туточки. Го. А, вон разобрали дропчик, тут с конями в порту забрали, значит там фулка есть. Опа. Опа. А я бачив, де люди. Я бачу. Там, да, там, де дропчик, и пішов фулка до. Я только що ж тобі так і сказав, брат, ти що? Так, если мы успеем доехать туда, конечно. Зараз або ми їх, або вони нас. Або вони уїхали. Но в лучшем случае, что мы едем. Або они уехали. А, как я и говорил. А, не, вот они. На КамАЗе, смотри. Пулочка. Гаси, гаси, брат. Делай, делай, делай. Горить уже, нет? Ноль попаданий у типов. Be careful, да, значит? Дрон, 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 дрон. Там трой. Да, да. Угу. Костяныч, шо там, друже? Снайпер, да, на горе снайпер.
second. Сейчас закроем. Да, бегу. Закрыл. Хорош. Ты где? Мене сбили, я закрыл одного критом. А ты лучший, просто закрыл фулку. Я стараюсь, брат. Батя, я стараюсь. Типа хорошо, покатались на этом на КамАЗе. Все у них дуже добре. Так, мне нравится линейка по игр Activision. Ну да, в колде по сравнению с павгом деревянное управление у машин. Есть такой момент. Ну там есть разные, ну как сказать. Несовпадение по вкусовым решениям в павге и в колде лично для меня. Поэтому есть выбор у нас из игр большой. Поэтому тут как бы можно не париться. Про узбека немножечко забыли. Как так возможно? Спасибо, брат. О, караздатачка меня подкинул. Новая штурма, альтернатива для Одина. Альтернатива, да мне кажется, что трошки... Ну, он похож. Он очень похож с Одином. Прям дуже схожи. Так, пап за втивкой погирше. 100%. Ба, Кость, господи. Здорово, лайкос закинул. Алексей, тебе огромный привет. Спасибо, брат, за лайкос. Спасибо за поддержку и за то, что залетел, выделил время. От души, брат. От души. Душевно в душу. Так. Где мое оружие? Какое именно? Может, кто-то тебя до этого обокрал? Долго валялся там просто. Ну, либо Костя взял, хз. Ту-ту-ту-ту. Там думаешь? Сейчас чекнем. Ну да, он похож на этот, на Один. Я таки что, просто кассетный удар вроде побачил. Дай в цій стороні. Пролітав самоліт швидко так. Вони там. Оце думаєш десь тут. Думаєш там? Давай, узбек, слідай. Садись. Укранацист навіщо збив. Да, брат. Так получилось. Так вийшло. Було б у колді управління машин, як PUBG, було б ідеально. Ну я вже привик на самом деле. Я уже привык. Ну, типа, да, идеальное управление именно в PUBG машинами. Но вот к этому я привык уже. Катетос там кого-то там шатает просто. Дрончик, дружочек, дрончик на тебя полетел. Хелпану сейчас, Костяныч, хелпану. Забрал. На меня кассетку дали. У меня тут двойка. Так, ты кем работаешь? Стримером. Стримером. Теперь я работаю стримером. Это моя постоянная работа в данный момент. Персонаж Stone с БП дуже класний, но в нього від першого обличчя багато зайвого. Ну, типа, широка, типа, станіта, такого плану. Не знаю, мені подобається зовнішній, якби, ну і хер би з ним. Буду більш замітним, більш буде типовським, можна постріляться. Поэтому, Каліксар, я працюю і работаю стрімером. Ліза, ну що ти кіберспортсмен? Ну що тут, кіберспорт? Кіберспорт повним ходом, Лізон. Лізон. Полным ходом киберспорт.
Катытосик, вроде спас, а с другой стороны фулочка меня наглобучила. Не фулочка, а двоечка. Его же, которая накидала меня. Владос, ты обнову сделал? Конечно, делал, Алексей. Как же я без обновы буду катать? У меня даже стримчик был там, где мы обнову обсуждаем по поводу сетевой игры. И там я, в принципе, основные аспекты все показал. Ну, а сегодня КБшку немножечко, да? Щимим. Немножечко КБшечку. На кассетный удар, там ты что гонишь? О май гад. Это вообще печальная история. Ну, ты успел открыть. Памгин видрезняется с колдой активки. Такие ж топорни. Не, самое это, регулирование, управление, ты понял, Владос? Управление, трошки видрезняется. Типа, ну як, в PUBG будто бы тачка трошки відзивчива. Трошки, типа, ей комфортніше управляти. Ну це було раніше, я зараз не помню. Ну мені, я привик уже к колді, тут вообще по транспорту до нього питань нема. Я себе поставил на джойстик як движение, ти понял? І типа вообще топово виходить. Так, ну шо, Костяныч, затащишь чи не? Одинокая. Так. Так, а как ты мог увидеть, как тип на ПП делает подкаты и разваливает склад? А, я как-то смог увидеть, как тип на ПП делает подкаты и разваливает склад. Мы это видели тоже сегодня. У нас тип с меня на гранату взял контакт, на этот, на осколочную, а других с ГКС на подкатах так развалил, что мы даже сознание не пришли. Вон и так же летают. Ну так и да. Так и есть. Бля, Костяныч тащит. 1 в 5 просто вывозит. 1 в 5. На своем ранце засранце. Ну вот, дрон тебе похоронен, мне кажется. А может и не. Ты дивы, який. Какой крутой. Просто типы за ним охотятся. Если затащат катку, бляха, выложу. Выложу катку на ютубчик, хоть типы посмотрят, как надо затаскивать именно в одинокого в конце. Хоть бы не злазит, знаешь. Встречайте. Калса, на щитой. Вообще дроны не берут, нихера не берет, ты бачишь? Гоцает как конь. Гоцает как коняка. О май гад, а что мы тут делаем? -1, пошел. Поджидал, да, немножечко от зоны. Бывает такое. Уже 3 осталось всего на все. Костяныч, давай, братулет, давай. Дело легендарно. 8. Сейчас будет мой мальчик. Приплыл, получается. Ой, хороший. Итак, Константин остается 1 в 2. Что у него из этого получится? Сейчас глянем. Да, брат, добежишь ты его, уже сопля осталась, ё-моё. Вот и тип. Ой, хорош. Ой, один в один. Я с дроном почав грати, допомагає дуже. Та, конечно, допомагає. Мене, я так бісюсь, когда против мене с дрона грають, это просто трэш. Я в заборке щелку нашел. Може через дым, Костяныч, на сближение. Гоп. Чи на гоп. Ой, Костяныч хорош. Но у него ошибка, что он идет тебя рашить. Да ты гонишь? Костяныч, не вздумай, ты шо? Он сзади тебя. Чи то этот, голограмма. А, все, бачу. То голограмма. Ай-яй-яй-яй-яй. Допомагай. Да ничего страшного, я понимаю. Трошки не хватило, трошки. Надо было 117-го спреить, не идти на дробаш. Было бы идеально. Тільки помітиш, що зроби помилку. Ну, не Владос, ти не гарчайся, це буде дуже добре. Кадлітосик, ти все одно красава. Ти все одно красавчик.